Расскажите, что за турнир? Мы проводили турнир Кубок РГГУ 2024 по дисциплине «Калибр». С нами связались вы, ну, то есть ваша компания, один из Game Studios, и предложила провести серию турниров среди студентов РГГУ, чтобы они могли попробовать себя в этой дисциплине, побороться друг с другом за ценные призы. Довольны ли мы результатами? Да, я как соорганизатор очень довольна в любом случае результатами, потому что турнир состоялся, играли немножко по-другому. Ребята, многие пришли из первого турнира, получили тоже свой опыт дополнительный. В любом случае, «Калибр», он интересен тем, что это командная игра. И я понимаю, что следующие турниры, эти команды, они придут еще. Будем ли мы делать киберспорт по ИЛУ? Ил-2 «Штурмовик». Мы готовы играть во все, что угодно. Скажи, чем ты занимался в этом турнире? Я занимался организацией со стороны вуза. То, сколько команд набирается, какие там игроки. Писали вместе с Егором регламенты и, в принципе, на организационную часть работы. Егор, скажи, пожалуйста, сделал ли ты уже предзаказ сказок Старой Руси? На кого? Егор не добавил игру в виш-лист, а ты можешь. Какой у тебя любимый оперативник в «Калибре»? Штерн. Почему? Сущий имба. У него есть гранатомет, можно вкачать еще второй снаряд, он сносит все, что угодно, большой урон, приятный зажим с основного оружия, это тоже весьма важно, поэтому и еще и огромное количество КП. Каких оперативников в «Калибре» не хватает? Не хватает? Мне кажется, нужно, так я играю на поддержке, мне кажется, нужно поиграть именно с навыками поддержки, потому что там в основном есть какие-то гранатометчики, да, то есть какие-то оперативники, которые кидают гранаты, возможно, что-то нужно, что больше будет давать команде помощи в плане каких-то щитов или еще чего-то. Конкретно именно, чтобы можно было ставить установки щитов, да, чтобы как-то можно было сносить или что-то типа того. То есть, чтобы оперативник мог больше играть на команду, нежели сам на себя. Хотел бы ты быть киберспортсменом? В принципе, желания такие были. Так. Но не знаю, как совмещать с работой и, в принципе, в будущем. Как бы, да я уже старичок, 22 года, куда уже пора на пенсию. Какой у тебя любимый оперативник в «Калибре»? Думаю, это Ватсон. Почему? В принципе, у меня, наверное, такой маленький фетиш на любых персонажей с именем Ватсон. Чаще Шерлока Холмса, Apex Legends, там есть оперативница Ватсон. И, да, и, в принципе, вот тоже третий оперативник Ватсон. Мне прям нравится и имя, как он выглядит, в принципе, оружие, спецумение. Ну и навыки тоже, которые у меня есть. Что ты думаешь про Fidgetal Sport? Fidgetal Sport? Это... Fidgetal Sport – это когда соревнование ведется сначала в офлайне, в похожей дисциплине. А, например, в Казани? Да. Да, это очень круто, потому что я сам всю жизнь занимался спортом профессионально. И как бы киберспорт и спорт, я думаю, что имеет место быть. То есть в пинбол бы играл перед конечно, «Калибром»? Да, и страйкбол даже. Где побольше народу, чем 4 человека. В этом году мы поставили перед собой цели поамбициозней, провести несколько турниров. Надеемся, что эта серия закончится финалом где-то там в осени. И вот этот турнир был первым в этой серии, поскольку с РГГУ у нас уже налажено партнерство, то пошли снова к ним для того, чтобы уже сделать все по-новому. Вот, и он успешно прошел, вот, с определенными отличиями от того, как мы делали до этого. Мы тоже учимся, мы пока еще не знаем, как это делать хорошо. Но стараемся. Растите большие, не кашляйте, будьте пухленькими, будьте умничками, все пожалуйста.